Российский певец Прохор Шаляпин отреагировал на сообщение о смерти певицы Юлии Началовой, передает RT. По его словам, артисты постоянно были на связи в WhatsApp, пересылали смешные картинки, обменивались аудиосообщениями. Ходили в театр несколько раз, пересекались на съемках. Она очень жизнерадостный человек. Всегда смеялась и улыбалась. Никогда не было никакого негатива, рассказал Шаляпин. Ранее актриса театра и кино Эвелина Блёданс выразила соболезнования в связи со смертью исполнительницы Юлии Началовой.